Из цистерны вытекали нефтепродукты, и произошло это в четверг на железнодорожной станции в Александрове. Сообщение об утечке спасатели получили в 7:35 утра. Речь шла о дистилляторе среднего класса опасности. Он вытекал из цистерны товарного поезда со скоростью 2 капли в минуту. Угрозы для населения не было, поскольку расстояние до жилых домов составляло 1,5 километра. На ликвидацию аварии приехали 20 человек и 7 единиц техники. В половине 9 утра цистерну отбуксировали в безопасное место. 4 железнодорожника приступили к ремонту сливной горловины. Через полчаса она была затянута, течь устранена. Пожарные спасли 3 человек. ЧП произошло в многоквартирном доме в Юрьевце. Пожарные прибыли через 4 минуты после вызова. В подъезде наблюдалось сильное задымление. Дым шел из квартиры на 4-м этаже. В ней огнеборцы обнаружили 3 жильцов, которые самостоятельно не могли покинуть помещение. Параллельно проводилась эвакуация остальных жителей. Спасено 3 человека, эвакуировано 10. С открытым горением огнеборцы справились за 5 минут. В результате пожара сгорели постельные принадлежности на площади 2 квадратных метра. Среди причин пожара – неосторожное обращение с огнем при курении. Газовикам не платят управкомпании, они собирают жильцов деньги за обслуживание крышных, котельных, многоквартирных домов, однако расплачиваться с ресурсоснабжающей компанией не спешат. Долг уже достиг 10,5 миллионов рублей. Газовики обратились в суд, прокуратуру и правоохранительные органы. К решению проблемы также подключились власти областного центра, поскольку основная часть компаний-должников находится во Владимире. Жителям областного центра также предложено со своими управкомпаниями встретиться и поднять вопрос о задолженности. Список компаний-должников на нашем сайте. «Газпром» напоминает, что по закону может ограничить или полностью прекратить поставку газа, а управкомпании-должники лишится лицензии. Из энергетика снова по Горького и Мира. Жителям отдаленного микрорайона возвращают привычный автобусный маршрут. Как раньше, он будет социальным, только теперь это будет номер 29. Как пишет пресс-служба мэрии, власть услышала жителей энергетика. Люди жаловались, что после изменения 21-го маршрута они с детьми не могут без пересадок добраться до нужной больницы, до школ и детских садов. 29-е автобусы начнут ходить с понедельника, 10 декабря. Правда, судя по схеме, не до Доброго, а до плавательного бассейна. В то же время 21-й маршрут из «Энергетика» по-прежнему будет идти через Рокадную дорогу, поскольку тоже оказался востребованным, и менять его не будут. Маршрутом пользуются люди, работающие на улице Тракторной. Снег идет, и, судя по сообщениям МЧС, не сулит ничего хорошего. Такая погода увеличивает риск возникновения происшествий и чрезвычайных ситуаций. Возможно, обрушение слабо укрепленных рекламных щитов и прочих конструкций, падение деревьев. Граждан просят проявлять осторожность. Кроме того, снег может налипать на линии электропередач и приводить к обрывам. Из-за этого населенные пункты могут остаться без света. При возникновении происшествий нужно звонить по номеру 01 с городского телефона и на номера 101 и 112 с мобильного.